Всем доброе утро. Чуча, привет. Поет, наверное, часов 4 он у меня вот так заливается. И не заткнешь. Что-то прям они какие-то совсем большие. Может быть, их надо как-нибудь связать. А у меня сегодня утро началось. Очень даже хорошо. Потому что мне опять перечислили помощь. Замечательно. Сосед давно на мой посмотрит. А теперь я за ним. Там он в машине сидит. В общем, да. Смотрю, мне денежки перечислены. Ну, замечательно. Вот, потому что нам говорили, что помощь будет. Хотя некоторые говорят, что еще ничего не получили. Но я не знаю. Я все получаю, мне все замечательно. Так что как-то так. Хорошо, когда тебе помогают. А сейчас я пойду, наверное, поеду с Чарли на пляж погуляю. Да, поедем на пляж погуляем. Мы же сегодня можем ехать и идти куда захотим и как захотим. Мух ловит. И потом я заеду в Киаби. Он сегодня должен быть открыт. Вот. Так что вот такие вот у нас планы. Одеваюсь и иду. Смотрите, какой пляж классный. В общем, камера даже фокусироваться не хочет, потому что она не поймет. Что там, море или что? Класс. Но на море нам можно будет только с завтрашнего дня. Несмотря на то, что мы перешли во вторую фазу, на которой можно ходить на пляж и купаться. Вот, с сегодняшнего дня. Но вот наша мэр, то есть государство говорит, куда, когда ходить, а сами уже провинции или сами власти местные могут все это переиграть. И, в общем, наша мэр сказала, что с завтрашнего дня можно на пляж идти. Они будут готовить все тут. Хотя я вижу, что все приготовлены. Пассарелы уже давным-давно настелены. Вот. Несмотря на то, что... Ой, а что у меня такая рука грязная? Что такое? Да я мусор выбрасывала. Непонятно, что это такое. Но зато мы вот так можем. Давно уже не гуляла вот так днем. Мы тут с Ольгой были, но мы вон там ходили, потому что очень много народу было. И вот так уже можем ходить. И видите, уже не так много народу. То есть вот это вот, мне кажется, когда разрешали с одного времени на другое, это еще хуже, чем вот когда, как говорится, свобода попугая. Потому что уже хочу, я там и в 5, и в 4 пойду, а не в 8 все ломанулись гулять. Да, как-то так. Чарли там себе друга нашел. Чарли! Маму! Бежит. А этот не дает. Ну, сейчас. Ты чего там? Я ему даже поводок не надела. Только мусорные. Ну, мешки его взяла и все. Маленький, сладкий такой. Еще вы знаете, наш город, он не туристический. То есть туристы, но они местные. С Гранады, с Хаена, с Мадрида. То есть мы не зависим особо от туристов, которые вот там из других стран. Наш город, не, даже вот ближайший Альмунекар, он, да, туристический. А наш в этом плане даже, знаете, как-то и лучше будет для экономики нашего города. Потому что туристам оттуда пока еще нельзя. Еще пока никаким туристам нельзя. То есть только можно в нашей провинции передвигаться, а в другую нельзя. Я уже везде все обходила по 3 раза. Сейчас идем с подругой встречаться. Кофе попьем, а может быть кто-нибудь и покрепче кофе уже, потому что время был 1 час. Вот, поэтому путлякаюсь. Мы, короче, с Ольгой засели. Смотрите, мы зашли и купили очки себе. Ольга себе, я себе. Сейчас покажу. Короче, вот такие очки.
прикольные, смотрите. Ну-ну. Улька своя не хочет показывать, говорит, потом сюрприз будет. Ну а как? Так как есть. Как есть. Я свои покажу. Я вообще-то за очками зашла. Она взяла под шумок, тоже купила. Мне тоже надо. Нам опасно вдвоем ходить куда-то. Все надо. Ой, скоро на шопинг поедем. На следующей неделе. Надо беречь деньги. Так, друзья, сегодня всего до всего накупила. Сейчас буду показывать. Во-первых, в Киабе нельзя мерить одежду. Закрытые эти примерочные. Поэтому мерю с вами. Платьишко купила. Блин, вот я именно такое хотела, знаете. Легкое, летящее и с воланами. Оно такое легкое, такое классное. В общем, мне супер-пупер нравится. Отглажу, постираю. И вообще шикардос. Класс. Оно с запахом. В общем, очень мне нравится. И оно супер дешевое. Сейчас скажу, сколько стоит. Вообще классное. Не сильно короткое. Правда? На лето. Шикарно. Очень рада. Очень довольна. Стоит оно вообще копейки. 10 евро. Это у меня 44 размер взяла в Киаби. Вот, смотрите, какой шикардос. Материал прям шелк. Это вообще что-то с чем-то. Очень тоже довольна. Здесь, смотрите, как вот гармошечка такая. В общем, очень приятное к телу платье. Можно и на выход, можно и на каждый день. Летящей, летящей походкой. Та-та. О, нет! Очень шикарное. 20 евро стоило. Там сейчас в Киабе скидки, поэтому что-то оно стоило не знаю сколько. Ой, ну оно такое классное, оно прям такое летящее. Мне очень понравилось. Классно ведь, правда же? И мужу пишу, такая говорю, какой он любит футболки, знаете какие, чтобы были с карманами, чтобы телефон туда класть. Вот, я ему отсылаю смс-ку, говорю, какой тебе цвет нравится? Он говорит, обе. Я говорю, ну, взял, они стоят 4 евро, копейки. Взяла обе. Вчера у меня Чарли от радости, в общем, немного цыканул. Он, знаете, когда радуется чему-то, у него такой вот рефлекс, что ли, немножко сикануть, скажем так. Да, про тебя разговариваю. У меня же сестра, вчера сестры были, мужа здесь. И вот пришлось в стирку отправить вот это. Но я и хотела заменить это все. И, в общем, сейчас, представляете, я еще хотела заменить очень давно. На той неделе искала, чем бы заменить. И, в общем, та-дам! Не знаю, но мне нужно и на то кресло, чтобы было, и вот на это. Я, чтобы все одинаково не было. Что тут какие-то капли, надо все пропылесосить сейчас. В общем, сейчас буду как-то это обустраивать, потому что. Взяла фильтр для воды и вот такую штуку в ванную. Потому что у нас металлическое там. Ой, какое платье красивое. Вообще даже не скажешь, что 20 евро. Металлическая, она вся, знаете, как заржавела. Ее мыть, отмывать замучишься, блин. Очень довольна. Я видела эти платья в онлайн. Блин, ну прическа у меня трындец. Надо стричься срочно. Звонить моей родственнице, чтобы она приходила, меня стригла. В общем, видела в онлайн. Думаю, как откроется, пойду посмотрю. Классно. Мне очень нравится. Пишите, как вам. Мне кажется, шикардос. Шикардос. Так, ладно, сейчас будем одевать софу. Все, улегся. Вот кресло будет такого цвета. Я куплю еще наволочки на подушке вот такого оранжевого цвета вот сюда. А сюда подушку куплю вот такого цвета. В общем, да, будет как-то играть. Я не хочу в этом году
вот сюда вот ничего класть, стелить. Вот. И знаете что? Я сейчас его разрежу пополам, зашью. В общем, и как раз сюда хватит. Но для начала пойду покушаю. Кушать хочется. В общем, как-то так. Ну, потом еще подушки. И, в общем, прикрыто, скажем так. Я на пляж приехала. У нас везде, вот где пассарелла, такие штуки написано, что нужно дистанцию соблюдать 2 метра между семьями. Телефоны. Ни барбекю, ни ловить рыбу. Собак играть нельзя в группах. Надо же, и эти круги надувные тоже нельзя. В общем, в принципе, все как обычно. Ничего нового. А что, дистанцию нужно соблюдать? Так это еще лучше. Потому что, знаете, раньше, блин, сядешь на пляж, и вот так люди идут, идут, и в конце, через полчаса оказывается, что ты находишься в середине какой-нибудь семьи, которую ты нифига не знаешь. Они просто окружат тебя, и ты сидишь, потому что я же всегда одна езжу на пляж, как дурак сижу, блин, и слушаю чьи-то чужие там рассказы. А это нет, уже все, будет кто-то ко мне подближаться, а я скажу, кыш отсюда, кыш, 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 это мое место. А то сейчас в полицию позвоню, меня там кусает. Вот видите, все расчистили, почистили. Ну, я думаю, что все как всегда, ничего нового, не знаю. В общем, сегодня нам нельзя. Видите, пляжи пустые, а вот завтра уже можно на пляж. Погода, кстати, замечательная. Время уже 7 часов. Если честно, я даже не знаю, вышла сегодня пораньше прогуляться. Вот. Что-то дома лежала, лежала. Правда, я лежать-то сегодня, правда, и не лежала. Ну, в общем, потом подумала, пойду погуляю. И знаете, на пляж приехала на машине, и вот гуляю здесь, вдоль пляжа. Тоже. Где раньше? Вот сейчас пойду в свой парк. В общем, все как обычно. Возвращаемся в нормальную жизнь. Еще знаете, что заметила? Что на дорогах появились машины с автошкол. Я вот так вот давно их не видела. Не знаю, 3 месяца, наверное. И гляжу, сегодня вот машины, то есть автошколы начали работать. Вот. Потому что прям незаметно. И, кстати, народу немного. О чем я и говорила. Нас просто раньше выпускали всех 8. И мы, как это, стадо овец, все в 8 ломанулись. А сейчас нормально. Идешь себе, никому не мешаешь. Вот. И в магазинах никого нету. Вообще спокойно. Так что ничего, прорвемся. На-на-на-на. Я сегодня смотрела, что у нас заболевших очень мало вообще. Если честно, даже не помню. 76, по-моему, человек всего. Не буду вас обманывать, но, по-моему, так. Вообще мало. Вот тут вот, вот. Так что ничего. Главное, чтобы осенью все это не повторилось. Но у нас вот прогнозы дают, что даже если будут какой-то там вспыхнет где-то там, да, то уже так сильно не будет. Но это естественно, потому что уже все знают, как, что делать, медики, как говорится, на чеку, правительство тоже. Но мы еще находимся в стадии, это вот, как его, чрезвычайное происшествие, или как там это назвать-то, до 21 июня. Вот так.
такая. Смотрите, какая природа красивая. Шмели летают. Кстати, я же вчера убрала это одеяло. Такое теплое. И, в общем, спала с пледиком. Я думала, буду замерзну. Всю ночь ждала, когда я замерзну. Вот это, конечно, надо было побрубать. Вот. Но не замерзла. Знаете. Единственное, что однажды замерзла, потому что Чарли лег на моем одеяле. Мне его, как всегда, было жалко будить. И я вот так раскрытая лежала. Потом думаю, да ну нафиг, что ж я мерзну-то. А так... Все, летний сезон, можно сказать, открыт. Смотрите, сколько полицейских. Как можно купаться в море, если столько полицейских кругом кишат? Я не знаю, как на других пляжах, но у нас это просто нереально. Они кругом. Душ сходила, маску нанесла, горы посуды вымыла. Так, сейчас арбузика порежу, посуду всю разберу и арбузик поем на ночь. На ночь, ну как на ночь? Не совсем и на ночь. Но поем. Так. У меня же там салат еще есть. Это может... Ну ладно, завтра доделаю салат этот из свеклы. Вкусняшка. И все. Я с вами буду прощаться до завтра. Встретимся с вами завтра. То что-то я, знаете, устала с этими хлопотами. Купи то, купи все. Шопинг — это утомительное дело. Но приятно. Боже, как это приятно. Ладно. Кто любит шопинг, ставьте лайк. Кто не любит, тоже лайк. И пишем комментарии, как вам мои покупочки, как вам мои преображения. Вот. Так что пообщаемся завтра. Всего самого лучшего. Всем пока-пока.